Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по криптомонете Advertising Coin. Значит, на главной страничке здесь можно прочитать о монете. Это есть видео на русском языке, можно просмотреть. Значит, что они здесь нам? Анонимность, безопасность, прозрачность, реальное использование. И что важно, сейчас на данный момент эта монета стоит на CREX 24 на бирже. Она уже на бирже. Курс ее $1.35. Так, и что они здесь нам пишут? Важно, участники при ICO и ICO имеют уникальную возможность купить вот эту монету по цене гораздо ниже той, что установлена на бирже. Стоимость токена варьируется от 7 центов до 20 центов в зависимости от раунда ICO. И прогнозируемая стоимость монеты к концу 2019 года $12. Так, здесь это все можно прочитать. Так, что еще здесь такого интересного? Так, распределение монет. Далее что? Так, специальные бонусы. Если вы зарегистрируетесь просто по ссылочке, вам начислят просто, по-моему, 50 бонусных монет. А 200 монет вам уже не начислят. Чтобы начислили вам 200 монет еще, нужно зарегистрироваться в Stream Reward. Это сейчас я вам покажу. Партнерская программа 7 уровней здесь. Далее есть дорожная карта. Вот это вот уже прошло. Март, апрель, подключение от криптомонеты. Далее апрель, июнь, при ICO и ICO. В августе запуск рекламной платформы и запуск криптообменника. И вот наша выгода. Здесь это все вопросы-ответы. Это команда. Ну и наши партнеры. И есть социальные сети: Facebook, Twitter, Telegram, это YouTube. Так. И Bitcoin Talk. Регистрацию я показывала, как регистрироваться. Я же войду в кабинет и хочу показать, как пополнять баланс пополнить, чтобы сохранились бонусные 250 монет. Нужно как минимум купить пакет за $40, что я и сделаю. Значит, вот у меня бонус 250 монет. Сразу на главной страничке находится партнерская ссылочка. Если вы хотите получить вот этих 250 монет, вам нужно зарегистрироваться в Stream Reward. И вот здесь у вас будет моя партнерская ссылочка у вас в кабинете. Вы ее копируете именно из кабинета. Регистрируетесь. Далее вводите вот такой вот код, будет у меня вот у вас в кабинете. Тоже его копируете. И вот здесь будет у вас вставить код. Вставляете код, и вам плюс еще 200 монеток. Далее, если вы будете регистрироваться в Stream Reward, зайдете в инфораздел. И вот бонус. Открываете, нажимаете сюда. И вам открывается файл. Там все подробненько расписано. Я уже зачитывать ничего не буду. Сами здесь, очень все подробно расписано. Вот. Очень-очень все подробно. Это все вы сами уже посмотрите. Так. Далее. Давайте теперь я пополню. Значит, до начала при ICO 5 дней осталось. После чего мы покупаем пакет. Значит, я перехожу сразу, пополню баланс, кошелек. Вот, $40. Не обязательно покупать $40, если вам бонусы не нужны. Можно, например,
прикупить за $15. Но уже бонусов как бы не будет. А здесь $40 плюс еще 10% бонуса. Так? Так. Это у нас вывод средств. Это пополнение. Нажимаю цифру 40. Выбираем платежную систему. Биткоин, биткоин кэш, интериум, пэйр. Нажимаю продолжить. Перебрасывать на платежную систему пэйр. Так. USD. 39 центов комиссия. И дальше по накатанной. Я пополнила баланс. Теперь у меня доступно средств $40. Так. И через 5 дней я нажму купить. И мои монетки от с бонуса на баланс. Вот баланс и баланс АДС. Вот сюда они перейдут. Плюс еще за по 7 центов как бы купятся монеты на $40. Итого это будет, по-моему, 800 монет. Так, далее давайте тебе пройдемся по кабинету. Это вот при ICO, потом будет ICO начнется. И пойдет оно, по-моему, в 4 этапа. Или в 3 этапа. Да, в 4 раунд. Первый, да, 4 этапа. Значит, здесь у нас вкладочка «Профиль». Можно заполнить мои данные, указать аватар. У вас будет вот мой аватар, вот здесь ваш спонсор. Далее, данные кошелька. По кошельку будет отдельное видео, я еще ничего не прописывала. Как бы это все потом. Так, секундочку. Значит, по кошельку, как я уже сказала, будет отдельное видео. Они еще будут добавлять дополнительные кошельки. На данный момент MyWazer Wallet, ImToken, Trezo, ну и все. Далее, здесь у нас безопасность, пин-код. Значит, 6 цифр, не буквы, не знаки, просто 6 цифр. Вводим 6 цифр, повторяем 6 цифр, нажимаем создать. Обязательном порядке все сохранить, потому что, не дай Боже, мы забудем. Возможно, что будет восстановление платное, как в StreamReward. В StreamReward, если вы забудете свой пин-код, чтобы восстановить его, стоит $10. Так что обязательно это все сохранить. Так, далее профиль. Ну, кошелек я вам показала. Это значит вывод средств, сюда вывод, сумма, выбираем платежную систему, адрес вашего кошелька и вот пин-код будем вставлять. Так, далее мои партнеры. Здесь вот партнеры, как бы вот тут у меня уже 4 человека, молодцы ребята. Значит, здесь у нас будут отображаться транзакции. Вот пополнение PR $40 вот у меня. Значит, инструменты, баннеры, инфораздел. Так, здесь новости, поддержка, ну и выход. Кому интересно, присоединяемся. Ну, не интересно, ребят, проходим мимо. Никто никого не принуждает заходить. Как бы руки никому не выкручиваются. Вот, на этом буду заканчивать. Продолжение, естественно, будет следовать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!